Здравствуйте, с вами интернет-магазин «Президент Watches». Сегодня мы вам расскажем о часах Casio Edifice EFR 106D1A. Корпус и браслет данных часов изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Застежка металлическая, клипса, тип бабочка. Задняя крышка стальная с информацией о модели. И защитная наклейка «Ориент». Циферблат черного цвета. Он защищен минеральным стеклом, которое практически невозможно поцарапать и очень сложно разбить. Способ отображения времени аналоговый. На стрелке ириски нанесено светонакопительное покрытие. Имеется окошко для отображения даты и дней недели. Механизм часов кварцевый. Точность хода плюс-минус 20 секунд в месяц. Питание от литиевой батареи. Класс водозащиты 10 атмосфер. Это позволяет с часами плавать и нырять на небольшую глубину. Габариты часов. Длина от ушка до ушка 51 мм. Ширина 45 мм. Толщина корпуса 11 мм. Для того, чтобы настроить часы, необходимо отвести коронку сначала на один щелчок. Так мы получаем доступ к дате и дням недели. Поворачиваем против часовой стрелки, устанавливаем дату. Поворачиваем по часовой стрелке, устанавливаем день недели. Чтобы получить доступ к стрелкам, мы отводим еще на один щелчок от корпуса коронку и, поворачивая часы в любом направлении, устанавливаем нужное нам время. По окончании настроек возвращаем коронку на место. Комплект с данными часами идет инструкция, а также гарантийный талон с указанием серийного номера, условиями гарантийного обслуживания и перечнем сервисных центров в России и странах СНГ. Все упаковано в фирменную коробку Casio Edifice. На этом все. Спасибо за внимание.